Classic Mobile. Вот смотрите, какие бывают покупатели. Все пришли, забрали. Двери забрали, линолеум забрали. Всякие там эти стройматериалы забрали. Прям это женщины с мужчиной такие, лет по 40, наверное. Такие общительные, такие прямо это. Не просто стоят там. Вот заработала 2000 с лишним. Какая сегодня умничка. Почти все забрала, это продала. Сколько? 2 300. 2 300 я заработала. Двери старые продала. Какая я молодец. Куда он там делся-то? Стройматериалы забрал всякие там эти. Что еще останется у нас, я потом фото доброшу. Что-то он не несет больше. Вот. Двери. Понесла они легкие двери. Замочки. Девушка даже сама понесла. И двери забрали. Тут стоит палка. Там вот сколько всего. Пришли. Это сейчас только что люди были. Нам все надо, все возьмем, возьмем. И начинаешь просто вспоминать, господи, а где у нас стройматериал? А где лежит это? А что еще есть? Называется, собери стройматериал по всей квартире. А вон еще одна гардина. Потом гардину еще им предложу. Но они навряд ли, конечно, наверное. Ее так возьмут. Ну вот, ну это, конечно, забрали много, забрали линолеум. Там огромный кусок линолеума стоял. Вот, я думала, кто его будет выносить? Ну, господи, он тяжеленный же. Тяжеленный. Вот, ну забрали. Правда, мне кажется, я продешевила немножко, ну ладно. Было вроде у нас 2 куска линолеума, один куда-то пропал у нас, короче, представляете? С кухни-то был светлый кусок, он куда-то делся. И вот с Диминой комнаты темной. Темный с Диминой-то вот тут вот уже мастер положил его. Вот. А тот я даже не представляю, куда он пропал, непонятно, честно. Планировали стелить еще туда в коридор, а он исчез. Не знаю, грузчики, что ли, вынесли случайно. Или украли. Вот, короче, так вот. Да? Да. Вот так наше утро началось. Двери поставили, я попозже чуть-чуть покажу. А, ну тут одно видно, да, у вас все равно. Вот сегодня ждали мастера, думали, он придет. Но что-то он себя плохо почувствовал. Вот, сказал, придет завтра. Рюкзак. Кстати, что-то в Пятерочке у меня получилось на больше, но я заплатила меньше. Сначала она сказала 500, главное, а потом 321, когда я карту дала.
Тут я, кстати, не вижу. Да, странно. Так, ананасики я купила. Это я мастеру проиграла ананасы. Он 7 числа пришел в тютельку прям в 9 часов, что ли, в 10, я сейчас не помню. Прям даже раньше, на 15 минут. Обычно же он, знаете, что у нас запаздывает. Он сказал, если приду даже раньше или вовремя, то ты мне будешь должна банку ананасов. Ананасы кольца. Ну, такая вот была. Правда, сказал, большая, ну, вроде она большая. Он не сказал, сколько там грамм или чего. Короче, вот, я ему купила. Так, купила на вечер себе мандаринчики. Кивушки Диме сразу купила. Вот. Салатик. Сейчас я буду кушать. Наконец-то. Так, это здесь мое. Так, перекресток, да, я сходила, как всегда, чек. Мне такой дали. Так, перекресток я купила выпечку, купила такое сердечко. Мы с вами ее уже брали. Мне, кстати, очень понравилось. Очень понравилось с йогуртом. Так, мороженое, походу, их придавил. Очень люблю такое мороженое, просто обожаю. А, придавились мои корзинки. Мои корзинки, не корзинки, а как, короче, это тоже эти улитки, что ли, они называются, с мясом, с картошкой. Короче, классно, 50 рублей стоит за штуку. Классно. Вот, вот с этим вот. Йогурт, да, с йогуртом. Вот. И что там? И все. То есть вот оно все поместилось, пришла я домой. Сейчас буду ням-ням-ням. Пожелайте мне приятного аппетита.